Алло, любимая? О! Алло! Привет, девочка! Привет! Ну ты не будешь опять нас видеть. Не Нет, ты нас не будешь видеть, мы тебя видим, ты нас не будешь видеть. Я общаюсь с журналистами сейчас. Ага. Ты на громкой связи. Привет. Ага. Привет, говорю, как сын мой? Наш. А? Как сын наш? Да сегодня к врачу ходили, на больничный продлили, температуры нет, но это у нас кашель сильный, мы антибиотики пьем сейчас. Угу. Понятно. Я уж сильно... А когда будет обмен? А? Обмен когда будет? Забыть? Нет, неизвестно. Я, это может быть еще месяца два, три, четыре. Почему? Ты звонила насчет моего статуса раненого? Ранен я или не ранен? Какой у меня статус? Я звонила матросу, ну, туда звонила, в Белый-то узнавала. Он говорит, вам никто не скажет, но у него все стоит, как бы то, что он... Мы все документы мы подали, сказали. А насчет раненого он мне ничего не сказал. Я говорю, ну они же там все видео, я всем показывала, все отдавала. Угу. Они должны были поставить. Понятно. Альмира, здравствуйте. Слышно меня, Альмира? Да, смотрите, меня зовут Любомир, я украинский журналист. Интервью вашего мужа будет на Ютубе, там, я думаю, на этой неделе и так далее. А вот мы, ну, здесь банальные как бы вопросы задаем и так далее. Вот вы как жена, у меня вопрос, за что воюет вас, ваш муж в Украине воевал? За что он воевал? Вот ваше мнение как жены его. Я даже не знаю, за что. Ой. Не могу сказать. Ну ты считаешь, здесь немцы, фашисты есть? Я вообще против войны. Я не хочу, чтобы люди... Ну, чтобы воевали, я не хочу. Я не знаю, нет фашистов. Откуда фашисты? Ну смотрите, вот... Вот многие говорят здесь, что, ну вот я много взял интервью, что мы нацисты, там людей мучаем, убиваем и так далее. Я не знаю, как вам сказать. Я хочу сказать, что в каждой нации есть свои, есть люди, есть нелюди. Вот и все. Это мое личное мнение. Но я считаю, что вот сейчас мой муж там находится, я знаю, что к нему относятся хорошо, что, значит, люди, почему я... Как вам сказать? Если бы были нелюди, я думаю, наверное, его просто убили бы и все. А вот... А вы понимаете, что то, что вот сейчас мы общаемся с вашим мужем, это большая удача? Да. Вы знаете, сколько умерло российских солдат? Вот день или два назад была статистика. Я не знаю, я вот даже не смотрю ни телевизор, ничего, потому что у меня маленький ребенок, он постоянно сидит в телефоне, телевизоре, мультики смотрит. 100 тысяч россиян умерло в Украине. За что они умерли? Можете мне объяснить, как россиянка? Ни за что. Просто ни за что. Вы понимаете, что такое 100 тысяч солдат? Горе, Господи. Ой. Ну как бы, ну, все россияне, они поддерживают, это называют СВО, зверства какие-то показывают здесь, что мы творим в Украине. Какие все россияне? За всех не могу отвечать, я могу сказать за себя, что я против войны. За других россиян я не могу сказать. Ну вот, а в коллективе у тебя что говорят? Вот вы же общаетесь, там, воспитательницы со всеми, что вот они говорят? Они все в шоке, что они говорят? Они все в шоке. Не, про войну вообще, про войну что они говорят? Вот? Что война это плохо, все говорят, что война это плохо, быстрее все закончилось, чтобы все жили в мире. Потому что все мы братья, и не должны братья друг друга убивать. Да мы не братья, вы поймите, мы не братья. То, что Россия сделала с Украиной, мы уже никогда не будем братьями. Россияне это не понимают? Мы
украинский народ, мы не должны друг друга убивать, мы должны жить в мире. Вы знаете, сколько украинцев выехало на Запад? Нет, не знаю. 8 миллионов. 8 миллионов выехало через Россию. И они поехали не в Россию, а в Западную Европу. Они не хотят России. И еще подчеркиваю, то, что вот сейчас я общаюсь с вашим мужем, это большая удача, потому что он мог быть между этих 100 тысяч солдат российских. Я понимаю. Спасибо большое. Это стоит того, чтобы ваш ребенок остался без отца? Через то, вот за что он пошел воевать? У меня просто вопрос. Не за что, просто по глупости пошел. Дурак. Какую? Меня мобилизовали. Отправили, и он пошел. Зачем он пошел? Я его не пускала, я не хотела, чтобы он шел. Я против. Она предлагала, говорит, на штат, сиди же, говорит. Лучше было, чтобы он сел был? Да, лучше бы он сел, если бы его посадили. Пусть бы он сидел, но был бы рядом. А хотите что-то сказать женам, например, или там матерям россиян? Вот, которые еще могут быть мобилизированы на фарш. Не пускайте, пожалуйста, туда своих мужей, сыновей. Не надо этого. Война этого не стоит, этого всего не стоит. Жизни. Не надо убивать друг друга. We'll be right back.